Здравствуйте, это канал Максимазы, и мы продолжаем играть в Мадагаскар. Короче, у нас следующий уровень называется «Загадочные джунгли». Поехали. Что? Где я? Эй, эгегей! Кто-нибудь? Марти! Мелман? Глория? Мамочка? Похоже, это наш новый зоопарк. И кажется, тут не хватает персонала. Готов поспорить. Это зоопарк Сан-Диего. Наверное, все ушли заниматься серфингом или йогой, или... Эй! Минуточку! Это ящик Марти. Он должен быть где-то поблизости. Или утонул? Попробуем сначала первый вариант. Лучше мне найти его и остальных. Наверное, здесь рядом есть справочная. Ха, какой зоопарк? Вот все места зоопарки для тебя, да? Ну окей, неважно. Давайте искать, посмотрим, есть ли тут монетки. Монетки, конечно же, есть. Кыш, крабы. Есть, конечно же, кольца, и они тут, по-моему, выглядят по-другому. А, туда нельзя пройти? Офигенно. Собираем эти дурацкие тики. Ой. Вообще, я сегодня хотел для детского канала записать Добрынник и Чизмей Горыныч. Только сделал чернила в самом начале, и игра зависла. И видео не записалось. Ну и бросил, короче, проходить. Но будет. Будет, но попозже, короче. Эй, а эти манго очень удобно бросать. Можно сбить ими того болвана, который пытается меня достать. Ничего себе рифмоплет, Толя. Собери манго, затем нажми кнопку чего-то там, чтобы их бросить. Да. Чтобы прыгнуть, надо обязательно... Чтобы через кольцо прыгнуть, надо обязательно, блин, спрыгнуть. Наконец-то есть с кем поговорить. Извините, я только хотел... А, как ты посмел подкрасться, чтобы украсть мои драгоценные жемчужины, мерзкий кот? Ладно, я понимаю, это Сан-Диего. Но там, откуда я приехал, подкрасться не значит подойти, разговаривая в спокойном тоне. Верно. Да, рад видеть, что мы понимаем друг друга. Послушай, мне нужно найти своих друзей. Ты не видел тут новичков вроде меня? Великанов? Да, видел. Спустись к пляжу и достань 6 новых жемчужин для моей коллекции. Тогда и поговорим. Достань жемчужины, ваша желтогривость. Ух, а вы, ребята, из Сан-Диего не такие уж и несговорчивые. Жемчужины? Да они же одинаковые у тебя все, блин. Ах, блин. А, с каких-то пор крабы живут в раковинах. Так, еще одну надо достать.
мы и здесь проверяли. А вот последнее. Ну, почему крабы всегда да. такие? Зачем злые? Тебе эти жемчужины? У тебя и так до хрена одинаковых жемчужин. Ты обещал рассказать, где мои друзья. Возможно, я видел их у водопада, а теперь вон. Вот зараза, а. Жемчужины взял, а толком ничего и не сказал. Так, почему так тихо, кстати? Диалоги тихие совсем. Какая жара! Наверное, кондиционер сломался. Нужно с кем-нибудь поговорить. Эй, Марти, это ты? Марти, эй! Наверное, он меня не слышит. Нужно подняться туда. Бассейн водопада. Ну, по крайней мере, мы практически нашли своих друзей. Да, можно взять и скатиться вот так офигенно. Эй, ой, тут тоже крабы. Какого фига? О, тут еще есть, оказывается, кольца. О, манго. Эх, не достану, наверное. Ну и пофигу, нам мне это кажется, не обязательно. Что там плавают рыбы. Ничего себе, паркур. Надо было зайти в магазин, наверное, сначала. Ну ладно, пройдем этот уровень, заглянем в магазин. Монета-магнит купить бы не помешало. Это куда ведет? Обратно сюда, что ли? Да ладно. Нет, уж не надо нам сюда. Это разве что для того, чтобы прыгнуть в кольцо. Здравствуй, огромный зверь, как ты? Проклятая синая лихорадка, один день летаешь, другой чихаешь. А откуда у пчелы синая лихорадка? Позор, правда? У нас полно пыльцы, но совсем нет цветов, для которых бы она пригодилась. Тебе цветы не встречались? Цветы? Я видел целые поля цветов в этом зоопарке. А ты случайно не видела зебру, бегемотиху и жирафа, у которых тоже может быть синая лихорадка? Нет, дорогой, ну давай поступим так. Ты покажешь дорогу цветам трем моим роям, а я пошлю трудней поискать твоих друзей. Звучит неплохо. Хоть кто-то здесь хочет сотрудничать. Ребята немного недолюбливают чужаков, поэтому не затягивай путь к цветам. Как вы их смогли найти? Вот они, рядом совсем. Веди нас к цветам. Где монетка? Веди нас к цветам. Можно, в принципе, еще. Повсюду цветы. Айлман вас ненавидит это место. Можно еще немного цветам привезти, чтобы монеты получить. Не будем этого делать. Спасибо тебе большое, наверное. Мой сладкий. Кажется, один трутин вспомнил, что твои друзья шли по той тропе. О, офигительно. О, монетка. Это что за цветы? Непонятно. Оу, щит, это что такое? Это что за огонь такой? О, осторожно. Что это за львиный зевс, блин? Ой, теперь цветы в меня стреляют. О, ничего себе цветок. Спорим, если бы я съел то растение, рычал бы гораздо громче.
Ой, пауки. Какого хрена? Когда я ем красные цветы, то могу издать супер рев. Но только на очень краткое время, так что лучше попусту не тратиться. Короче, надо экономить такие цветы. Потому что они могут пригодиться. Господи, как шум этот с улицы задолбал. Извините, вам тут зебра не встречалась? А тот парень в полосочку. Да, это он. Ты не знаешь, куда он побежал? Он никак не мог найти какого-то администратора, а потом убежал в джунгли. Похоже, он очень спешил. Так я его никогда не догоню. Будь ты поменьше, я бы тебя подбросил. Но так мне понадобится помощь. Можешь побыть здесь и посмотреть за грибами, пока я ищу своих друзей. Конечно! Дело в том, видишь там тараканов. Как только я уйду, они набросятся на мои грибы. Если сможешь сохранить достаточно грибов, я тебе помогу. Да, это задание сложное. Тараканов, мягко говоря, многовато. Лучше стоять у самого центрального. Грибай! Эх! Надо, чтобы 4 гриба хотя бы осталось. А не трогать грибы. И вообще, что это за тараканы такие непонятные? Кричи отсюда, заразы. О, стоп! Тихо, блин. Куда? Куда собрались? Стойте, стойте! Немного осталось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не трогать грибы. Свирепые тараканы у вас тут, блин. О, господи, вот это дерево. А ну, кыш отсюда. Так, вот тут монета-магнит был бы вообще бы не лишний. Ладно, пройдем этот уровень и заглянем в магазин. Я что-то забыл заглянуть в магазин перед этим. Но маленькие паучки что-то убегают. Тут есть паучки побольше, которые реально кусаться захотят. А вот и они. Это плохой зоопарк. Это не зоопарк. Это дикая природа. Ой-ой-ой, блин, кусаются. О, Мэлман! Мэлман, подожди меня! Какое ужасное место! Манго. Ну не убегайте, друзья. На вас... Ой, эти тоже кусаются. Каким цветам, блин? Где здесь цветы-то? А, вот. Цветы! Раз в приличном зоопарке можно найти такие вольеры. Это ужасный зоопарк. Куда делся Мэлман? Он шел сразу после нас. Алекс! Марти! Глория! Кто-то дотронулся до моей головы. Спокойно, приятель. Что случилось с твоей головой? Я не знаю.
Но в темноте кто-то коснулся ее. Ты ведь высокий парень, верно? Тихо, ребята, вы слышали? Посмотрим. Так, и давайте в магазинчик зайдем. Сувенирная лавка. Посмотрим, что можно интересного купить. Привет! Рад, что ты заглянул. Посмотри наш ассортимент уникальных товаров. Есть, можно одежду купить, но я думаю, вряд ли она нам пригодится. Монета-магнит. Обязательно надо купить монета-магнит. Подходящий для этого денек, старик. Следы огня — это просто для красоты. Это нереалистично, не надо. Мини-игры. Мини-игры пока не нужны. Мы ненадолго выставляем новые товары, пока их кто-нибудь не купит. Ах, кажется, тебе не хватает денег. Тогда собери наши обезьяньи монеты. Их можно найти везде. Можешь пройти уровни заново, чтобы собрать все 100 монет. Да. Когда деньги появятся, тогда купим мини-игры до конца все. Спасение лемуров. Трусишки, бля. Похожи на мохнатых тараканов. Может, они спать собирались? А ты часто кричишь, отправляясь в постель? Почти каждую ночь. Знаем. Трусишка Мелман тоже. Эй, тут есть кто-нибудь? Нет. Странно. Думаешь, они мне поверили? Морт. Ты никогда не думал, что, сказав, что тебя здесь нет, ты показываешь, что ты здесь есть. Не понял. Думаешь, они дружелюбные? Не знаю. Я был бы счастлив, если бы они были с нами. Правда? Да, я был бы так счастлив. А если бы я сказал, что знаю, как определить, дружелюбны ли они? Было бы чудесно. Каков твой план? А, что это? А он милый. Делай, пожалуйста, мне больно, не надо. О, нет, он мазохист. Не думаю, что он это имел в виду. Привет. При. Как тебя зовут? В мультфильме он хныкал там, плакал, блин, а здесь нет. Что происходит? Ну, они его еще не съели. Думаю, мы в безопасности. Отлично! Давайте организуем приветственную делегацию и встретим их! Вы меня не съедите? А почему тебя нужно съесть? Хороший вопрос, и я на него вам отвечу. Подожди, а почему нужно съесть Морта? Потому что он действует всем на нервы, ваше величество. Потому что он... Нет. Не то. Есть другая причина. Потому что мы лемуры, а фусы едят лемуров. Потому что мы фусы, а фусы едят лемуров. Фусы! Где? Нет, я... Как бы ты ни было, мы рады приветствовать вас. Великаны, не желающие съесть Морта. Откуда вы родом? Мы из Нью-Йорка. Что это за зоопарк? Зоопарк? Я такого слова не знаю. Это из нью-йоркского лексикона. Мы называем наш остров Мадагаскаром. Мадагаскар? Марти, знаешь, что это значит? Мы все-таки выбрались на природу. Твое желание исполнилось, да, только Марти. Сейчас узнали об этом, да? Эй, ты права. В смысле, да, конечно. Природа.
Поверить не могу. Подождите, так вы кто такие? Я Юлиан, король лемуров. А это Моррис. Мы приветственная делегация. Так что приветствуем вас, великаны из Нью-Йорка. Извините, пожалуйста. Я заметил, что один из ваших друзей закричал при слове «фуса». Нам тоже стоит кричать, услышав это. Фусы? Фусы – заклятые враги лемура. Главная проблема в том, что они любят нас есть. Звучит тревожно. А как выглядят эти фусы? Они выглядят так! Кажется, они голодные. Эй! Опять мои друзья убегают. Подождите меня! Не волнуйся, наш новый друг. Мы еще встретимся с ними. А теперь нам нужно найти убежище на время, пока неприятность не миновала. Неприятность? Эти фусы ужасно выглядят. Пинайте урны! Давайте больше никогда не будем так делать. Куда теперь, ребята? Пойдем с нами, Марти. Нас ждет новая вечеринка. Не могу разобраться, то ли вы неисправимо глупые, то ли просто глупые ребята. Да, в общем-то говоря, Юлиан, значит, зовут его. Интересно, переводчики этой игры вообще сам мультфильм «Мадагаскар» смотрели? Ой, блин. Надеюсь, они не электрические. У меня есть другие дела, кроме барахтания в воде. Джулиан зовут его, блин. Эти сталагмиты на вид не очень прочные. Юлиан. И почему он без короны? У него же была корона в мультфильме. О, магнитомагнит. Это работает. Да ну, кыш отсюда. Мне нравятся эти лемуры. Хотя было бы лучше, если бы они меня подождали. Монеты сами ко мне бегут. Опа. Да? Продолжаем. Ой, это мерзкий пещерный... Ой, блин, ты в текстурах застреваешь. Тыщ. Ой, небо падает. Ой-ой-ой. Да. Нажимая на Г, можно пригибаться и при этом еще и скользить. Почему-то на втором уровне так было, так нельзя было делать. Имеется в виду, скользить было нельзя почему-то. Приседать можно, а вот скользить нет. А, это еще не все, блин. Тут еще, оказывается, надо шариться. Ой, и как. А как прыгнуть сюда? Что-то он не прыгает. Надо еще дальше, блин, отходить. И что, там нет монет? Ой, в этих штуках. Хотя они похожи, а в это есть. Может, поднуть эти сталагмиты? Ой, слишком сильно ударил. Все усилия впустую. Так, стоп, мы отсюда пришли или нет? Что-то я не понял. А... Непонятно, короче, что такое. Понятно, понятно. Потом баланс пополню в телефоне. А где выход, я что-то не пойму. В следующий раз надо быть осторожным. А, вот он.
Тут несколько ветрено, слишком ветрено для таких маленьких существ, как мы. Да, я заметил. Боюсь, некоторые лемуры не смогли спрятаться. Ты сможешь бросить вызов ветрам и спасти их. Я? Там холодно. Да, но ты достаточно велик, чтобы вынести сильные порывы ветра. Если, конечно, спрячешься за этими преградами и подождешь, пока ветер не утихнет. О, офигенно. Спасите нас, танкеровы! Спасибо от всей души! Нужно прятаться за этими преградами. Почему ветер с периодичностью какой-то дует постоянно, зацикленный? Спасибо, спасибо, спасибо! Некоторые уступы слишком малы, чтобы закрыть меня от ветра. Нужно пригибаться. Помогите, помогите! Ты спас меня, мой спаситель! Меня сдует отсюда, если я не подползу под эти маленькие уступы. Кажется, я кого-то пропустил. Ой, блин, нужно вернуться, это не все еще. Не забыл ли я забрать кого-нибудь из малышей? О, противный ветер. Им нужна моя помощь. Проклятие. Не успел я нажать на кнопку. Спасибо, зебра! Так, еще один здесь. Спасибо от всей души! Не могу поверить, что занимаюсь этим. Зебры не должны торчать на ветру. Не жалей себя, не жалей себя так. Спасите нас, наш герой. Ой, а как это так ветер дует из спасибо, стенки спасибо, вообще? Спасибо. Ой, там... О, нет, 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 куда же ты так скользнул-то? Пропустил еще одного, там надо на стрелочку. Где вы, лемуры? Тут Марти замерзает. Впереди опасно. Ты спас меня, мой спаситель. Кажется, все малыши спасены. Интересно, а где остальные? Эй, мы снова расстались. Хорошо бы спросить одного из местных, куда идти. Извините, вы говорите по-русски? Ой, наверное, нет. Пойду-ка я лучше отсюда и попробую найти остальных. Грустно, а ведь тут так красиво, будто на курорте. Интересно, где здесь жалобная книга? Я не буду прыгать через кольцо специально, чтобы потом заново подниматься сюда. Даже по местным меркам. Все равно это не очень важно.
О, этим надо по три... Блин. По три рывка нужно. Блин, как выбраться отсюда? Что за курорт, где так плохо относятся к гостям? Нужно рассказать об этом Федерации курорта. А вот и выход. Ребята, вы моих друзей не видели? Наверное, они перебрались на другое место для вечеринки. А где оно? Ну, я не уверен. Прежде чем начать поиски, нам нужно во многом разобраться. Во-первых... Ух ты! Это же прямой и, кажется, безопасный путь! Вперед! Эй, ребята! Думаю, нам нужно быть осторожнее. Тут есть опасное. Не желаю ничего слушать. А теперь в путь. Лучше с ним не спорить. Нет, серьезно. Тут бродят зубастые и когтистые существа. Как вы их зовете? Фусы? Властью короля я объявляю время. Паниковать! Вы слышали короля? Так-то. Хватит изображать милого льва. Фуса, готовься. Защитите лемуров. Да. Глупый король. Без корон. Это местечко тоже сложное, конечно. Фус этих, мягко говоря, многовато. Я промахнулся. Если бы не я... От лемуров остались бы только воспоминания. Стоп! Никуда не уходить! Манга, 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 срочно надо, манга! Не подходите сюда! Фуса! Ой, нужно поглядывать вверх, чтобы не упустить фус. Желательно ни одного лемура не потерять. Так, все на месте. Куда собрались? Кыш отсюда! Стой! Стой! Трогать лемуров! Заразы! Вы почти закончили! Ура! Уфу! Если бы не я... О, нет! Забрали одного! Только воспоминания! Ребята, вы заметили, что я Алекс, и мы окажемся дома свободными! Держи витамины, Фуса! И спас! Отлично! Мы пережили еще одно нападение, Фус! Все невредимы! У тебя всегда плохое предчувствие. Должен же быть способ убрать этих мерзких. Сморта нет с нами! Сморт! Сморт! Да-да! А теперь вернемся в деревню! Чтобы это отпраздновать. Да, вот если бы... Если бы мы бы не потеряли бы ни одного лемура, диалог вот этот вот немножко бы был бы другой. Немножко бы изменился бы диалог. Одного лемура съели, к сожалению. Ладно, в общем, на этом все. С вас лайк, господи, все, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.